Здорово, народ, с вами Just Jack, и мы продолжаем играть в игру под названием Alice Madness Returns. И прежде чем начать прохождение, я хочу попросить вас, ребята, пожалуйста, не забывайте ставить свои пальчики вверх сразу же в начале видео. Спасибо вам большое за поддержку, погнали. Так, так, давайте ускоримся. Вот я в прошлой серии прям вообще очень сильно, прям много тупил, бегал, вот это вот. Давайте ускоримся. Прям хочется ускориться. Прям вот больше именно по сюжету хочется идти. Не подумайте, я наслаждаюсь, лично я наслаждаюсь прохождением игры. Но я боюсь, что многим не по интересу будет такое наслаждение игры, как вот, вот что я вот хожу там вот по этим секретам, туда и сюда, и вот это вот все. Поэтому, как бы... Да, ребят, давайте немножечко ускоримся. Прям самую капелюнечку. Так. Сейчас ждем, когда наверх поднимется он. Подожди, так это секрет? Ё-моё. Это секрет. Я хотел пойти по сюжету, честно. Я думал, сюда по сюжету нужно, а оказывается, здесь секрет просто был. Так, нам вот сюда показывает. Так. И... Подожди. Нет. Смотри, ну... Так, там секрет. Здесь шляпник. А куда идти-то? Ё-моё! Ёшки-матрёшки. Етишки-пасатишки. А я-то как бы и не знал. А я и не знал, что мир может быть жестоким. А я таким дурачком. А я не знал. Поехали, поехали, поехали. Вот сейчас будет шляпник, да? То есть я буквально 2 минуты не допрошел до шляпника. Ой, понятно, короче, дебил. Так, это бомба. А, нет, подожди, я до шляпника еще не дошел. Так, некоторые полы и стены хрупки и могут быть разрушены. Разместите часовую бомбу рядом с хрупкой поверхностью. Взрывайте часовые бомбы, чтобы уничтожать хрупкие поверхности. Кью, чтобы бросить часовую бомбу. То есть вот так, хоп. Ага. Пойма, ясно. Хорошо. Не, ну неплохо, неплохо. Новая способность, про которую я совершенно забыл. Часовая бомба. Так. Подожди, куда я? Ага. Все. Lost and found. Потерянные и найденные. Ну, это типа про... Предметы. О, это да. Угу. А, вот. Так. Сейчас я заберу. Я не могу. Вот когда я вижу... Алиса, мы все стоим в собственных постелях из-за ненормального присутствия твоего отца к этим бумагам. Пристрастие. Этой кучи макулатуры хватит одной злосчастной искры, чтобы вспыхнуть. Наша плоть и кровь обратится в пепел и дым. Так, ладно. Ой, сейчас будет мувик, да? Сейчас будет мувик. Сейчас будет мувик. Погнали.
Лидл. Это у нее фамилия такая, да? Алиса Лидл. Или нет? Наша прекрасная библиотека была в огне. Случился пожар. Так, это первый ключ от воспоминаний, да, насколько я понимаю? Из скольки-то там. Или нет? Или да? Так, и истерия. Когда Алиса на грани смерти, становится доступна истерия. Войдите в истерию нажатием Enter. В истерии Алиса не получает урона и наносит больше повреждений. Будьте осторожны, истерия длится ограниченно. Так зачем? А, понимаю. Ну, типа, камон. Окей. Так, вон туда нам нужно будет настреливать, да. Угу, это я вспоминаю. Это я помню. Пойдем. Подожди, а мы можем улучшить оружие? Оружие. Да, смотри, мы можем эту. Давай перцемолку. Перцемолку улучшим. Все равно я еще стреляю как бы по врагам. И улучшенная перцемолка. Так, войдите в режим прицеливания, нажав Т. Ага. Ага, спасибо. Спасибо. Огромное. Хорошо. О, шляпник. Шляпник, помнится, я оставила тебя хоть и в плачевном состоянии, но не разобранного по частям. Что? А это ты? Что здесь произошло? Ты потерял свою шляпу и некоторые остальные части. И впрямь потерял. Хотя, если быть откровенным, я почти не скучаю по ним. А о том, почему так случилось, ты знаешь гораздо лучше меня. Ведь это место твое! Свое место я знаю. Ты когда-нибудь знал свое место или как его сохранить? Итак, что же происходит? Вот что происходит вокруг меня. И вверху, и внизу, и в ушах, и бьет в глаза, проникает и в ноздри, и в глотку, и бурлит в кишках. Папа был без ума от поездов, но мне они не очень нравятся. Тебе это совсем не понравится. Совсем не похоже на то, когда черная черепаха Квази отвечал за зазеркальную линию. Эта железная дорога того и гляди развалится. Вон стоит невыносимый свет слепит. Довольно, шляпник. Я поняла, тебя беспокоит поезд. Мир перевернулся с ног на голову, Алиса. Обитатели управляют психушкой, но хуже всего. Я остался без чая! Прискорбно. Если я помогу тебе, поможешь ли ты мне? Поклясться бы мне сердцем, если бы оно у меня было. Найди мои конечности и забрось в мусоропровод. Машины позаботятся об остальном, а теперь продолжай свой путь. Ты хорошая девочка, лучше всего выйти через циферблат. Так, мистер Шляпник. Пожалуйста. Прошу любить и жаловать. Но больше всего мне, конечно, здесь кот нравится. Кот здесь просто охрененный. Так, и это господь. Так. Подожди, а мы шляпника-то собирать будем, интересно, нет? Нажимная плита активна, если на нее надавить. Да. Можно нагрузить нажимную плиту часовой бомбой. А вот это хорошо. Все. Это я молодец. Идем спокойно. Оп.
Изи. А я думаю, как они там нагружались? Я ж помню, что там как-то что-то со временем это все работало. А оно, оказывается, вот оно как. Так. Smelling and recuperating. Пахнущий и перестроенный. Я не буду поддаваться на звуки этой хрюнделя этого. Все, я буду проходить чисто по сюжету. Все, ну нафиг. Так, нажмите Е. Так, вовремя... Ага, это блок. Это кролик, по-моему. По-моему, это сумасшедший кролик. Я вместо шифта нажал капсу. Ага. Угу. Давай. Тихо. Ага. Подожди, так мы... Ай. Короче, его проще было так забить, реально. Сука, я же вижу, где эта тварь летает. Где? Вот она, ты собака сутулая. Так, и что? Ага, воспоминания. Так. И что это дало? Но только я так могу закосячить. Но зачем я нажал на shift вообще? Я по привычке хотел разогнаться, конечно же, естественно. Алиса, в твоем возрасте хватит ребячества. Это вот такое воспоминание, да? Класс. Так, ну и что? Вот мы настреляли. Дальше что? Нет, оно не едет. Ну нет, все. Я настрелял. Подожди. Так, это что? А зачем я стрелял? Окей, ладно. Мы куда-то укатились. Я так понимаю, мы укатились уже в другой мир. Уже это у нас третья глава, да, сейчас будет, нет? Нет. А, нет, мы сейчас... Да, точно. Это, кстати, голос из Оверлорда этих миньонов. А вот этого, кстати, кота... заткнись. А, это крыса. А этого кота чеширского озвучивает никто иной, как актер, царствие ему небесное, который играл профессора Снейпа в Гарри Поттере. Я прям по голосу его узнаю.
Вот это вот прям узнаются его эти нотки. Для более ретро зрителей, скажем так, он еще снимался в «Крепком орешке», я недавно для себя понял. Я прям вот недавно с женой мы посмотрели «Крепкого орешка», и я такой смотрю, это же профессор Снейп. Прям реально это был он. Вот такие вот минутки наблюдений. Так. Не будь, говорит, плохим работником. Плохие работники, рабы и дохлые. Ну хотя подожди, вот тут и кролик бешеный, и крыса бешеная. Они с ума сошли. Понятно. Ну, в принципе, тут все с ума сошли. Тут нет нормальных. Тут все того, чекане. Немножечко. Так, сейчас чайнику надо будет надавать. Да, чайник? Да, чайнику сейчас надо будет надавать. И, судя по всему, не только чайник. Да блин! Короче, сука. Пошел вон отсюда! Не тащи меня, сука! Так. А можно? Вот одного хотя бы, да. Спасибо. Спасибо. Уже всяко лучше. Зачем бутылки эти? Надо посмотреть, что эти бутылки дают. Потому что я, если честно, не помню, что они вообще. Воспоминания, ладно, еще фиг с ним. Проложив газопровод, мы отправимся в Брайтон на средства, сэкономленные на свечном воске и нефти. Угу. Да, вот они и проложили газ. И сгорели к чертям собачьим все. Так, что это? Это большие чайники, которые наливают лаву. Видимо, это у нее ассоциации такие с чаем были, что чай был настолько горячий, что был как лава. И теперь Яша Лава. Я надеюсь, я по сюжету иду? Ну, вроде бы да. Вроде бы да. Отлично. Мы, получается, слили просто... лаву, да? Угу. Так, подожди, куда? А куда прыгать-то? Я что-то не понял, подожди. Нет. Увидел. Все, я слепой. Подожди, так... А, ну все. Можно, в принципе, было просто спрыгнуть. Понятно. Отлично. Хорошо. Так. Шикосненько. Ты... Тихо там, собака сутулая. Ты посмотри, вылазит она из ящика. Cool.
Нажми на рычаг. Пошел отсюда. Пошел отсюда, щенок. Ой, ну нет. А можно их не убивать? Чего это? It's a lie, Bosa. Pay to live. It's a lie, Bosa. Don't be a bad Bosa. It's a lie, Bosa. Hard Bosa. А можно? Так. А чё? Не понял. О. Спасибо. Все, спасибо. Так. Ага. Хорошо. Но тут явно лава будет еще ниже опускаться, потому что там, смотри, внизу всякие вон там ништячки есть. Угу. Нам нужно добраться до вентиля. Сейчас мы это сделаем. Отлично. Ой, ну все. Добрый вечер. Добрейший Гурангу. А, так это да, вот так просто можно было сделать. А, понятно. Ясненько. Так, теперь повернуть вентиль. Сейчас мы сбросим давление. Я вообще не понимаю, половину того, что мы делаем, я не понимаю, если честно. Вообще, от слова совсем. Так. Ай, тихо. Да ё-моё. Короче, от этой фигни избавиться. Все, наконец-то. Да хрен с тобой, сейчас я тебя зарашу просто, сука. Заколебешь. Во-первых, я вижу вот это. Мне нужно вернуться теперь обратно, потому что я знаю. Что там есть воспоминания, которые я пропустил. Благополучно. Которые я по-любому смогу взять только отсюда. Ай! Так, ну...
Подожди, или я не смогу его отсюда достать? Нет, отсюда я его не смогу достать. Так. Отлично. О! А ты что тут делаешь? А я думаю, что за звуки? А это ты, парнишка? Все, спасибо тебе большое. Так. Отлично. Так, подожди, а мы туда никак? Получается, да, мы туда никак. Не, ну как-то там мы, наверное, сможем. Так, ну нам в любом случае сюда, да? Ну и, короче, ладно. Я не в настроении в этой серии решать эти загадки. Я хочу по сюжету проходить. Так, что у нас? Я помню, что здесь вроде бы будет кролик или крыса. Кто тут здесь будет врагом? Steady now. Gather your nerve. Jump to the first vent, then the next, and ride the currents up. Так. Двигаемся. Пролазим. Интересно, что это нам даст. О, о, глаз. О. Здорово, свиное рыло. Окей. В очередной раз я думаю, что пошел по сюжету, нашел какой-то секрет. Как это работает, я не понимаю. Я думал, что я по сюжету иду, а оказывается, нет. Ну и ладно. Так. Подожди, а мы до туда разве дать? Ага, подожди. Так. Ага. Вот теперь мы допрыгиваем. Отлично. Отлично. Так, Скорее всего, где-то опять я просрал, где надо стрелять, да? Вон там что-то. Ну подожди, нет, стой, это мы там и стреляли как раз. И тут мы стреляли. Так, ща подожди. Так, стой. Ага, я думал, я уже допрыгнул, а я не допрыгнул, нифига, оказывается. Угу. Так, это мы в самое начало, да? Это мы в самое начало. Так. Ну да, сюда мы уже настреляли. Так. Так. Вот. Я тут не знаю, мне в трубу прыгать или куда? Подожди, но сюда смысла нет прыгать, потому что, ну типа, камон, ради двух ящиков. И ради трех зубов, да? Ну и туда тоже не прыгнется. Так, значит, здесь где-то...
должно быть, куда можно пострелять. Вот. Угу. Вот. А чё я раньше не замечал? Я чё, настолько слепой? Вот. Так. Тихо. А вот теперь понятно, зачем туда прыгать. Оп. Вот теперь все понятно. Где ты? Monsieur Cat has 9 lives, Alice. I hope you have as many. Ты посмотри на него, а? Ты посмотри на него. Надеется он там. Не надейся даже. У нас больше. У нас есть сила сохранений. У нас их бесконечное количество. Так, ничего не надо, да? Так. Отлично. Не, подожди, дядь, стой, да я заберу вот эту вот бутылочку прекрасную. Оп. До свидания. До свидания. Отлично. Отлично. Хорошо. Здесь у нас уже какой-то секретик, да? Ну смотри, раз мы можем сделать так. Что там? Это нам туда. А вот здесь бутылка. А, это там бутылка, все. Все ясно, ясно, все понятно. Не ори на меня. Не ори на меня. Я же нажимал на пробел. О, это все заново сейчас прыгать, ёпты. Благо, я быстро это сейчас сделал. О, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да как ты? Бесишь меня. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Все. Ну его в жопу. С этими пробелами, блин, дурацкими. Так, вон он. Вон он. Твое присутствие здесь нежелательно. Мы должны завершить начатое. От тебя одни неприятности. Некоторые люди любят погорячее, но никто не любит, чтобы было так горячо. Конченый, просто конченый. Так, а и... Так, ой, прям на самом краешке. Смотри, вон там что-то взорвать можно, да? Вот тут что-то можно взорвать. Интересно. Интересно.
Тихо. Не подходи ко мне, я описалась. Тихо, тихо. Петухи позорные. О, да, чую, очко у меня сейчас здесь будет гореть. Ай, поторопился. Так, ну туда можно не про... Хотя, вон там что-то есть. Мы если это сейчас там пробуримся, то... Хотя нет. Да... На тебя. Тихо. Так. Тихо. Так. Отлично. Повезло просто очень сильно сейчас. Да, фу. Отлично. Так, повернуть вентиль. I've got the arms you need. Well, strictly speaking, the hacker needs them. Well, it really doesn't matter. I'm going to crush you. Сука. Шляпнику, говорит, нужны эти руки. Ну, это руки шляпника, да. Так. Ага, ясно. Так. Уходи. Сейчас я до вас доберусь, уроды. Подождите. Сейчас, подождите только немножко. Сейчас вы у меня познаете, суки, боль. И страдания. Вонючие чайники, вы посмотрите. О, добрый вечер. А что это у нас тут такое прелестное? Подобрать бутылку. Здесь была у нас бутылка. Ясно. Тебе не достать меня. Сука, ты посмотри, а. Угу. Спасибо. Все же смог. Так, о, сука, это вы, уроды. Так. Так.
Отлично, отлично. Шикарно. Расправились с этими козлами. Фу. Шикарно, шикарно. Так. Сука, прям вот писечкой не зацепился. Не зацепилась, прям писечкой. Да ну как ты, сука, так прыгаешь-то? Ну как ты так прыгаешь? Отлично, спасибо, что хотя бы с третьего раза у меня получилось. Сейчас мы руки уберем, заберем у этой вонючей крысы. Временная неудача. Это незначительная помеха. Могла бы придумать что-нибудь поинтересней. Я просто подожду, Алиса, и настанет час расплаты. Я расквитаюсь с тобой позже. Тебе не удастся разрушить наш план. Сука. Ты посмотри на эту крысу, а? Ты посмотри на нее. Так. Я же правильно сейчас делаю, да? Я же сейчас не затупил, и не надо будет потом 4 часа заново возвращаться. Так. Rubbish chute. А, это мы руки вернули. Это мы шляпнику вернули руки. Да? Mobility will make a nice change. Expect no thanks until I'm completely reconstructed. No resting on laurels, chiffoniers, chaise lounges, Ming folding chairs, stools. А как ему вернуть руки-то? Я хз, как ему вернуть руки? Честно, я бы хотел. А как, чувак? Как тебе вернуть руки? На что нажать-то? Может, встать сюда? Нет, это не то, как это работает. Это не так работает. Чувак, ну вот твои руки. Пожалуйста, забирай. У меня ничего не работает. Не понял. Ну, не хочет. Ладно, я предлагаю разобраться с руками уже в следующей серии, потому что, ну, что-то какая-то фигня. Что-то как-то это нездраво. Возможно, нам просто нужно сделать вот так. Там, оказывается, была бутылка. Возможно, нам нужно сделать так и вот так. А руки он соберет сам. Сейчас проверим. А, это мы понял. Это мы к шляпнику вернулись. Это мы на вагонетке. А, это еще вон в ту сторону нужно. Да, все, я понял. В общем, понятно, что нам вот в эту сторону. Мы будем собирать дальше его по запчастям. Но это уже будет в следующей серии. Спасибо, ребятушки, за вашу поддержку. Спасибо вам огромное за то, что вы смотрите. И еще обязательно с вами увидимся. И всем пока. Куча хорошего.
Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.